погода. Нормальная, снега нет. Хорошая. Наверное, плюс один или плюс два градуса. В общем, все опять растаяло. Короче говоря, а вчера вечером подмерзло чуть-чуть. Ой. Фух. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, иду. Иду. Вот такой небольшой влог. Да. Все. До скорого. Скоро встретимся. Уже вечером. Все. Съемку заканчиваю. Все, скоро встретимся. Для вас это секунда, а для меня какое-то время. Ну все, ладненько. Ну вот, продолжаю снимать влог. Так. Ладненько, иду. Иду. Куда мы... Куда идем мы с Пятачком? Большой-большой секрет. И не скажем мы никому. И нет. Большой-большой секрет. Так. Опять все ноги будут мокрые, а? Это ужас. Кошмар. Мокрый снег идет. Уже столько вывалило. Ботинки мокрые будут. Так, пойдем поскорее, там автобус задавит. Так, здесь пойдем. Здесь люк. Здесь можно пройти. Оп!
Иду. С адреналином-то нынче опасно. Но я имею в виду энергетик. Тут была история одна. Человек за целый год выпил больше 1000 банок энергетика и чуть не погиб. Еле-еле откачали. Так что опасен этот энергетик. На него подсядешь, как на кофе. Правда, он сильнее кофе, потому что там кофеин содержится, наверное, в чистом виде. И таурин. Ну вот, а это все способствует привыканию, по-моему. В общем, короче, лучше не пробовать. Так, захотелось ли там изредка, можно будет одну баночку на один месяц. А так, одну банку, один месяц. И все. А так, чтобы лакать аж больше 33 банок в месяц, ну это вообще за целый год. Дорожку перейдем. Луна еле-еле светит. Он мне вообще не подойдет. Точнее, 991. Заканчивайте переход. Что-то промерзают, что-то уже руки замерзают. Остановиться, пакетик завязать. Минутку.
Ну вот я и дома. Не стал ничего снимать после этого, после автобуса. Ну ладно. Все равно ничего не видно. Темно на улице. Ну все. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии, задаем вопросы под видео. Не забываем нажать на колокольчик. Чтобы не пропустить новое видео. Все. До следующего влога. Ha ha.